6-й день изоляции. Как вы знаете, мы были недавно в Украине, а вот вернулись. А после возвращения из Украины нужно сидеть 10 дней на изоляции. То есть мы можем выйти максимум до калитки, до забора. Ну или на заднем дворе погулять. А выйти где-то дальше, даже купить элементарного хлеба не можем. И по возвращению нам нужно было сделать 2 теста. Мы уже один сдали на 2-й день. Еще один нужно будет сдать на 8-й. Но мы маме сделали еще один тест, чтобы она могла свободно гулять по магазинам. На 5-й день мама сдала его. И как только придет результат, мама может быть свободна и лететь куда хочет. Недалеко. А вот и результаты. О, есть! Оксана, не обнаружен у тебя коронавирус. Все, мама наша может выезжать. Оксана! Ты где? Что такое? О, привет. Ты сегодня получила результат. Ты можешь быть свободна, ездить куда хочешь. У тебя не нашли коронавирус. Yes! Но ты не совсем свободна. Ты должна будешь нас кормить и нам привозить все, что нам надо. Потому что мы не выездные. Прикольно. Это что, я вам курьером буду, что ли? Немножко. 4 дня. 4 дня? Ага. Макс, пошли завтракать. Хватит играть в компьютерные игры. Да, я хочу овсянку. Окей, давай спускайся, я пошел варить овсянку. И заканчивай уже игры. Целую ночь, наверное, играл. Идем Катю будить. Кать, ты уже не спишь? Нет. Давай завтракать. Ладно. Что ты будешь на завтрак? Давай хлопья. Окей, вперед, вниз. О, вот это молодец, солдат. А тот до сих пор гоняет. Макс, давай вниз. А где моя овсянка? Овсянка закончилась, тут вот одна ложечка буквально. Надо что-то другое выбирать. Нету. Ладно, давай. Вот, корнфлексы подойдут? Да, это мои любимые. Окей. Фух, хоть в этом уходил. Надеюсь, там еще есть что-то? Не закончились еще? О, есть. Больше, чем ложка. Больше, нормально, да. О, приятного. Ему больше. Ну так и он побольше. Он же побольше кушает, он же мужчина. Все, приятного аппетита. Спасибо. Ой, нам надо кофе, нам нужна овсянка. У нас хлеба ничего нет, овощей уже никаких нет. Мясо, рыбы тоже. Надо срочно маму отправлять в магазин. И камбучу купить, пожалуйста. А мне, пожалуйста, мясо на обед. Хорошо. Оксана? Чего кричите с самого утра? А дети голодные, овсянки нет, молоко почти закончилось, короче, пустой холодильник. Кофе даже нет. То есть я должна сегодня работать вам доставщиком еды? Ну а как кто? Мы не можем, нам нельзя выезжать никуда. И мы голодные. Нам нечем детей вообще всех кормить. Хорошо, что на завтрак хлопья нашел, а обед, а ужин? И мы мясо хотим, и рыбу. Слышала? Так что ехать? Конечно! Ты еще тут? И вообще, Оксан, надо проводить изоляцию с толком, с пользой. Я думала, что мне вот делают релиз, и я буду заниматься своими делами. Пойду на ногу. А какие твои дела? Твои дела кормить семью, детей. С сумкой ходить для папы. Да, да. Все, я поехала. Кофе, можно еще что-то сладенького, круассан, а может тортик? Я хочу еще 10-минутную роллу с кипятком. Все? До свидания, будьте здоровы. Ты куда? Эй, давай там не очень долго. И не забудь ничего. Нашли козла отпущения, ладно? Поработаю для вас. Все, пока. Давай, пока. Я быстро сейчас. Классно, когда в доме есть хотя бы один водитель. Может, нам все привозить? Пока-пока. Ну что ж, едем в Амандес. Купим немножко продуктов, мяса, всякого рыбы голодным своим детям. Ох, я думала, реально освобожусь и буду заниматься собой. Ага, фигушки, надо всем кушать, готовить и ездить покупать продукты. Все, приехали в Амандес, идем за продуктами. Погнали. Что нам надо? Фрукты. Ох, какая красивая малинка. Берем. Голубичка. Большая. Берем. Овощи. Тоже берем. Возьмем вот эти вот огурчики. Нам еще нужно мясо. Вот это надо взять, мясо. Берем. Рыбу. Вот такие вот креветочки возьмем. Точно берем. Вот такую вот селедочку берем. Дети еще просили молока и овсянку. Сейчас тоже возьмем. Вот и наша овсянка. Берем.
две штучки берем. Все, все набрали, а теперь едем домой. Накупила все заказанное на обед. Всякие вкусности, мясо и так далее. Вот у меня уже целая сумка с покупками. Сейчас доеду домой, им покажем, что я набрала. И подходит им ли такой обед или нет. Вот сейчас увидим. Я уже почти подъезжаю. Так, меня никто не встречает. Забираем наши покупочки. Та-дам! А чем меня никто не встречает? Бу! Привет! Изолированная. Да. Потому что я ваш курьер сегодня. Здрасте. Привет, я вам еду привезла. Катя не готова, Катя лохматая, вообще не расчесанная сегодня. Не смотрите. Катя изолированная, держи. Да, привет. Ты все купила? Все, что сказали на обед, купила. Что-то мало. Кофе есть? Нету. Капец, я жду кофе. Мама не 24 часа, мама 4 или 5 дней наш курьер. Потому что мама Буча раньше освободилась с изоляции, а нам еще 4 дня сидеть. Нельзя выходить из дома. Гуч, спаси меня. Вот встал, я ждал маму. Пришел, уже хотел кофе выпить. Но у нас кофе нет. Я кофе забыла купить. Мама приехала и без кофе. Камбуча. Камбуча есть? И камбучи нет. Не понял, где ты была? В магазине. Я вам обед привезла. Чего вы наезжаете, глянь? Огурчики. Так сказали бы спасибо. Огурчики, помидорчики. Ты сказал, что она знает, что камбучи надо. Так я был уверен, что мама знает, что надо камбучу. Я сейчас поеду еще за камбучи. На, держи, тебе вот ягодки. Обедайте тем, что привезла. Это мороженое. Можно перекусить, да. Всякие зелень, огурчики. У нас не совсем пустой, но почти пустой холодильник. Тут есть бритиш, ну, вагю, какие-то бургеры. Короче, можете погуглить, что такое вагю. Вагю это очень крутое это. Только вагю, я знаю, обычно на кафеты не используют, а тут... Тут есть селедка. Селедка? Да ну, селедка. Кстати, что это? Сардины. Это вау. Обед. Кстати, очень рыбный красиво. Обед. Это гребешковые сосиски. Гребешковые шашлыки, Катя. С сосисками. Короче, очень круто. Мне нравятся сардины, гребешковые шашлыки. Очень все вкусно выглядит. Тут есть стейк. Вау, это очень вкусно. Это обалденно. На баранину, ну, это не баранина, это нормальная говядина. Окей, тут есть овсянка. Наконец-то. Макс сегодня просил овсянку на завтрак, но у нас ее уже не было. Не, круто, три креветки. Она купила наконец-то. Я думаю, что тут и обед, и ужин, потому что это все мы не съедим за раз. Я надеюсь, вы меня не будете отправлять за каждой мелочи. Это наши любимые сырные капусты. Короче, это цукаты вкусняшковые. А, это эти сушеные шкурки апельсиновые, но очень вкусные. Короче, перчики красивые, укропчик, все очень вкусно. Обед есть, ужин даже, мне кажется, есть. Но кофе и камбуча, это надо. Что, мне опять ехать за камбучей? Да. За кофе. Камбучи не обязательно. Кофе надо. У нас машина стоит зря. Обязательно. Давай, кто бы поубирался спрашиваем. Там? Где? А вон там. Там печеньки. Что тут убираться? Это вкусные кексики, типа ракушки. Вон мама. Ну, готовьте обед. Я тогда поеду вам за камбучи и кофе. Ты что будешь на обед? Креветки, сардины или что там еще? Грибы? Мне, пожалуйста, сардина. Я еду тогда за камбучей. Окей. И за кофе. Давай. И кофе. Камбуча. Я уже приехала в Starbucks, сейчас быстренько куплю кофе. И можно ехать дальше за камбучей. Кто любит Starbucks кофе, поставьте лайк. А кто любит вообще всякие вкусности, сладости в Starbucks, тоже поставьте много лайков. А мы идем за кофе. Я сейчас куплю кофе, но не буду вам показывать, потому что люди не хотят, чтобы их снимали. И покажу, что я купила. Вкусняшки Starbucks. Набирает мне уже кофе. Вот столько кофе я накупила на 32 фунта. Итак, Starbucks есть, кофе накупила, теперь быстренько за камбучи, а то ребенок меня не пустит домой. Я же хочу уже пить. Где наша мама? Скоро будет. А я вот хочу кофе, а машина пустая. Вот, открываем, а там кофе. Ну, не знаю, ну, совсем вот пусто. Совсем нет кофе, нет камбучи. Как жить вообще, а? О, арбуз есть, давай зарежем. Давай.
Ну что ж, я подъехала уже к магазину, где сейчас буду покупать камбучу. Сейчас вам покажу, какая разного вкуса бывает камбуча и какую камбучу любит Катя. Кстати, знаете, что такое камбуча? Напишите в комментариях. Вот в этот магазин мы сейчас зайдем, купим Кате камбучу. Но прежде нам надо поехать в паркинг, чтобы припарковаться и заплатить за это 2,20. И как всегда, место в паркинге очень ограничено. Во-первых, они очень узкие, во-вторых, их тут просто нет. Сейчас будем искать место. Ой, Млаки, смотрите, тут место есть. Хей. Вот я и припарковалась. Только выйти, конечно, мне тут нереально. Смотрите, ширина дороги. Вот это вот лондонские паркинги. Моя машина ровно на паркоместо. Видите? Ладно, пошли с покупками. Для того, чтобы спуститься в магазин, надо еще сесть на лифт и спуститься вниз. Ну, что не сделаешь ради камбучи. Та-дам! А вот и она, камбучка наша. Все, набрала камбучу, можно ехать на кассу. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Еду за машиной. Та-дам! А вот и моя курьерская супер-машина. Забираем хлам желенный и едем домой. Я заплатила за камбучу 42 фунта. 2,20 фунтов я заплатила за парковку. Ну, а там камбуча. Едем! И будем отдыхать. Фух. Надеюсь, больше меня никуда уже не попросит ехать. Не направить ехать. Или не отправит. О, еле доперла эти ваши кофе и камбучи. Тук-тук-тук. Открывайте. Мама приехала, кофе привезла. Камбуча. А ты что, камбучу заказывала? Вот Катя на камбуче. Пожалуйста. О, о, а вот тебе это... кофе. О, а где игрушка? Вон и чемодан кофе. Выглядят счастливые люди. Давай, несем в холодильник. Игрушка потом. Камбуча! Идем кофе пить. А обед? Обед готов тоже, пошли. О, наконец-то. Ух, хоть покушаю. Вот, мама, присаживайся на обед, немножко отдохни. Ты уже, наверное, забегалась, заездилась, пора покушать. Очень уже забегалась и заездилась. Может, мы еще что-то вспомним. Здрасте. О, какая вкуснятинка. Это вот эти вот эскалопы, гребешки. Это гребешки, креветки, сардинки, кстати. Пахнули чесноком на весь дом. Все, да. Я сейчас себе вот это вот пообедаю, да. И немножко хоть отдохну. А то я уже немножко даже и расстраиваюсь, что вы мне сделали вот этот вот тест-релиз. Да, ты свободна, ты людей других видишь, а мы тут заперти в тюрьме. И катаюсь вам, камбучи покупаю. Приятного аппетита. Да, спасибо. Спасибо. Я хочу вот эту креветочку. Что ты там рубишься? Я в Roblox играю. Угу, я тоже вот выбираю, что, может, что-то надо с плей снять. Вот спайдера сейчас. О, поиграем. Паучка. Па, я бы хотела еще робоксы купить. Я хочу вот эти деньги в Адофни купить, чтобы дом. Тебе хочу... надо новый дом? Да. Ну, окей. Ну, я не могу сейчас выехать купить. Мы же на самоизоляции. Ну, спроси, мам. Тебе надо, ты спроси. Мама все слышит. Какие деньги? 10 фунтов робокс гифт-карт. Пожалуйста, еще. 10 фунтов? Что? Гифт-карт робокс. Гифт-карт 10 фунтов? Подарите мне гифт-карт на 10 фунтов. Капец, какие-то игры столько денег стоят. Игра вообще бесплатная. Да Макс дом себе хочет купить. На меня паук нападает. Иди, иди, покупай. А пожалуйста, ты знаешь волшебное слово? Пожалуйста. Ах ты жулик. Ладно, поеду куплю вам вот эту карту. Спасибо. Дорогущую. Ненужную. Я бы лучше себе маникюр за эти деньги сделала. За 10 фунтов ты ничего не сделаешь. На одной руке, может быть. Все, я ушла, короче. Еду за 3,9 земель, чтобы купить карточку Roblox. Я вот не понимаю, зачем тратить кучу денег на то, чтобы покупать какие-то карточки. Но так как я курьер, придется поехать купить ребенку карточку. Сидит бедный на изоляции, хоть чем-то займется. Поехали со мной. Покажу, где карточка продается. Те же гости в ту же хату иду за Roblox карточкой, потому что ребенок мне сказал, что я ему пообещала, надо купить.
Короче, я пришла за карточками. Знаете, что я заметила? Что тут нет 10 рублей, только 20-фунтовые. Не, не буду брать. Это сильно дорого. Даже если я ничего не купила, мне надо заплатить за паркинг. Сейчас увидим, сколько денег. Это была ровно одну минуту. За минуту стоянки в Азии я заплатила фунт 20, это $1.50. За то, что пришла посмотреть, что тут дорого, все, иду дальше. Поехали, красотка, дальше кататься. А если бы я не заплатила фунт 20 за стоянку, мне бы пришлось заплатить штраф 60 фунтов или 120, если бы задержала на 2 недели оплату. Поехали дальше искать карточку. Макс. Вот эти камеры фотографируют твой номерной знак, и потом по нему приходят тебе штрафы. Поехали дальше за карточками Roblox. Пока мама поехала там зачем-то за покупками, угу, мы снимем летсплей. Мал-тайкун, магазинный тайкун. Да, построим себе большой супермаркет. Мы уже начали несколько эпизодов назад. Или это не эпизоды? Ну, уже давно, да. Ну что, поехали? Случай, давай, джойни меня. А, ты уже там в игре, что ли? Да, я уже. Ух ты, быстрая. Я джойнула, когда я еще была в комнате. А, я не тот скин взяла. Я очень быстренько, подожди. Ты выходишь из игры? Да, я тебя... Капец. Скоро, очень быстренько. Мне просто надо это поменять. Вот это, хорошо. А сам летсплей смотрите на канале Папа Плей. Папа Плей. Катя Плей что-то от себя не снимает, работает только, да, на Папу Плей. Но Максим что-то мне строит в Майнкрафте, так что... Скоро будет еще одно видео. Следите за Катиным каналом тоже. Я нашла магазин, в котором не надо платить за покупку. И там я ему сейчас куплю, Максиму, куплю карточку. Сэкономлю хотя бы 20 рублей. Задача теперь найти парковку здесь. Суббота, и все хотят купить себе продукты, а я за карточками езжу. А вот и место. Заходим искать карточки. А вот и они, мои карточки. Та-дам! А вот и карточка на 10 фунтов. Берем. Идем оплачивать. Thank you, bye! Карточку. Поехали домой. Уже и дождь начался. Надеюсь, что это уже мои последние доставки на сегодня. Что там? Дома, товарищи? Ага, дома, потому что вы на изоляции. Держи свой робокс. Это мое! Спасибо! А моя игрушка? Какая игрушка? За Хэппи Милом ехать? Да. Я ж только припарковалась, Кать. Мам, ну я же хочу игрушку. Привези мне игрушку. Ха, ладно, иду опять ехать. Я иду прямо сейчас использовать тировоксы. Не дадут мне сегодня отдохнуть. Еду я за Хэппи Милом опять. Фух. Ох уж эти детки, уже и миньонов им подавай. Ладно, поеду куплю миньонов, ну что ж тут поделать. Надо, значит, надо. Знала бы, не делала этот тест заранее. Освободиться на 5 дней раньше. Ладно, я уже подъезжаю к Макдональдсу. Сейчас быстренько возьму миньонов. И домой. Так, вот тут должны быть эти миньоны. Макфлури, Максанди, Макмил. Мил, Хэппи Мил. Господи. Надеюсь, хоть в этом Хэппи Миле будут миньоны. Сейчас проверим. Я ж не буду спрашивать, а у вас миньоны или не миньоны? Вот сейчас что дадут, то и будет, Кать. Обрати внимание, не буду я тебе искать миньоны по всему городу. Будет в Хэппи Миле, значит хорошо. Нет, значит играй тем, что есть. Hello, Happy Meal, please. Сейчас оплатим быстренько. Thank you. Thank you very much. Все, Happy Meal у меня. Ага. Едем радовать мою Катюшу. Надеюсь, что на этом мы закончим уже с заказами. Хочу отдыхать. Где там тут Хэппи Мил? Фу, целый день на доставке сегодня. Прям как будто зарабатываю деньги. Алло, привет. Мам, спасибо. О. Моя игрушка, мой миньон. Ну а ну-ка, покажи, хоть миньон или нет? Мне кажется, это один из этих зайчиков. Миньон. А ну-ка, покажи, что подожди, там. Так это не миньоны. Это баскетбольное что-то там, Space Jam какой-то. Окей, есть вкусняшки, но она рассыпалась. Да, это мы разберем. А где игрушка? Вот это вот она в коробке, что ли? Там есть чизбургер. В коробке, давай. Игрушка. А ну-ка. Не миньоны? Не миньоны. Нет. Ну тебе подойдет такое? Да. Ну, кстати, зайка прикольная. Да. Если будет зайка, будет круто, да, Кать? Да. А ну-ка, показывайте. Я тоже стояла за миньонами. Ага. И как это открыть? Ну, крышку вверх тяни, вот эту. Вот так. Окей. Это не зайка. Шарик. Это мячик, шарик, брелок. А ну покажи, что там на нем. Ну, это подойдет вместо миньона, чтобы я уже никуда, да, не ехала. Ура! Я свободна! У-ху! Ставьте лайк маме. Макс!
Все, я могу немножко отдохнуть уже? Ну, конечно. Спасибо. Сколько можно тебя гонять? Пора и покормить тебя, и кофе напоить, и все. Пойдем пить кофе? Пошли. А мы камбучу. После вкусного обеда обязательно нужно выпить чашечку кофе. У нас есть кофе, наконец-то, вот колумбийский какой-то Марина. И мы его сейчас попьем. Занюхаем этот аромат. Тут было пусто совсем. О, вот это понимаю. Наконец-то. Наконец-то я чувствую этот аромат. И сейчас буду чувствовать вкус. Буду наслаждаться кофе. Так, а что у нас кофе? У нас есть какие-то печенюшки или тортик? Тортик? Я забыла купить тортик. А как же кофе? И без ничего, что ли? Я так не люблю. Мне что, за тортиком надо ехать? Давай только быстренько, пока горячий. Окей, я поехала за тортом. Давай, я жду. Короче, я уже реально думаю о том, может быть, действительно отменить эту пятидневную изоляцию и спокойно себе жить. Слушайте, меня уже и за тортом отправили. Ну, поехали. Купим тортик, раз они даже кофе не могут попить без торта. Итак, на часах сейчас 15:30. Я еще немножечко работаю, и потом у меня рабочее время закончилось. Даже у курьеров есть свое рабочее время, а есть время на отдых. Поэтому я уже подъезжаю к тортику, покупаем торт и заканчиваю. Хватит с вас, товарищи. Сколько можно? Я целый день не могу на вас работать. Мне надо тоже отдыхать. И вообще, я хотела ногти сделать и прическу покрасить, например. Хорошенькая такая. Так, где-то тут наши вот эти вот патиссерии, там, где можно тортик купить, вот, вот, в пол. Я сейчас зайду в этот пол и куплю им тортик. А тут еще где-то один тортик есть. Где он? С птичками когда-то был тут на углу. Вот там, наверное, где милкшейк. Сейчас туда и пойду. Или в пол. Посмотрим, там, где есть меньше тортики, там и купим. Единственное, что надо еще где-то припарковаться. Потому что если я сейчас стану где-нибудь, у меня будет опять штраф 60 фунтов. Поехали, припаркуемся со мной. Тут, похоже, только одни мороженки. Тут нету тортиков. Ладно, едем парковаться. Так, что у нас с парковистами? А их нет просто. Ха-ха-ха-ха-ха. И что делать? Где мне припарковаться? Вот с краешку есть, отлично. Так, если надо оплатить парковку. Итак, парковка мне обошлась 1 фунт 96 копеек за полчаса, поэтому быстренько бежим за тортиком и домой. А потом отдых заслуженный. Так, а вот мой и пол. А торты? Где торты? А вот и тортики. Так, мой тортик обошелся 25 фунтов, 26. Прекрасно. Have a good day. Bye-bye. Все, тортик у меня. Та-дам. Ну что, тортик, размещайся на сумках и поехали домой. Ура. Ну что ж, тортик, welcome home. Надеюсь, что мы с тобой на сегодня закончили. Моя опасная собака сейчас съест всех доставщиков. Та-дам! Ну что, тортик и все? Не все пока, да, мне все. Пока все, да. Мы больше... Вы знаете, что у курьера тоже есть свое рабочее время, поэтому, может, на сегодня хватит? Может быть. Тортик, тортик, тортик. А вы торт не заказывали, торт заказывал только я. Я тоже хочу. И за счет мама, так как его привезла, Я с мамой купи мне тоже. Нет, все, я на сегодня уже закончила работу. Я с мамой. Идите, кушайте тортик. Ты жулики какие, они уже тырить собрались. Вот это другое дело. Вот это теперь можно пить кофе. Я хочу первый. Шоколадное молоко, шоколадный торт. Ну, что еще надо? А как хоть торт называется? Какой-то там нуар. Шоколад-нуар. Все. Я хочу этот кусок. А какая разница? Что-то коричневое, что-то белое? Я хочу белое. Я хочу этот кусок. Короче, белое. Чтобы не было спора, кому белое, кому коричневое. Вот так. Это мне. Полторта? Честно. Прошу, и тебе даже больший кусок. Что-то нечестно. Ну все, вы довольны? Я могу уже заниматься своими делами? Можем отдыхать, мама, да. Боже, все, как прекрасно. Да. На сегодня моя работа курьером закончена. Ура! Мам, а нам понравилось, что ты курьер. Курьер! Я понимаю, что вам понравилось, но 4 дня я на вас работать не буду. Не, ну может не так активно, но чуть-чуть хотя бы. Кормить нас будешь? Нет.
Ну, хоть торт классный, скажи, да. Не зря я ездила за 3-9 земель. Торт очень красивый, какой-то там нуар, да. Если вы любите тортики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да. Всем вкуснявого тортика. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока! Конечно, попьем нормально кофе. А если понравилось так, как я работала на них сегодня, поставьте много тысяч лайков, и я придумаю что-то для папы, или же я буду отдыхать целый день, а дети и папа будут на меня работать. Может, я поеду в центр Лондона, посмотрю на Лондон Ай, на Биг Бен. На Бен. Че, его не видела, что ли? Что там смотреть? Короче, ставьте лайки. Я заработала, я заслужила. И сейчас пью чашечку кофе. Да. И поехала дальше по своим делам. Может, ногти наконец сделаю. Всем вкусного торта. Всем пока-пока. Пока, очень вкусный. Спасибо. Может, такое опять заказать.